Сегодня каля универмага «Гомель» прошли два пикеты, организованные членами инициативных групп. Покинуть свой подпись у поддержку кандидата у депутаты может громадянин, якому исполнилось 18 годов. У подписный лист уносится его прозвище, имя, имя по батьку, день, месяц и год народжения, докладный адрес, серый и номер пашпорта. Так само, кроме подпису, повинна быть указана и дата ее внесения. Один и той же человек мае право покинуть у подписный листе свой подпись за разных кандидатов, але только один раз за кожного.